Привет, привет, привет! Еще есть люди, у кого нет игрушки X-Blades? Классная такая игра, простенькая, но очень симпатичная, очень интересная, слэшер. Играть лучше всего с джойстиком, конечно же. Бегаем, рубим всех подряд, в общем, веселая, классная игрушка. Обзоры, конечно, смешанные на нее, но мне вот лично она очень понравилась. Стоит в Стиме целых $7. У нее есть также коллекционные карточки, кстати, которые вы сможете продать на торговой площадке, если у вас есть туда доступ. Ну и вообще, рекомендую, если еще у вас нет этой игры, обязательно получите, тем более бесплатно. Идем получать. Переходите по ссылочке внизу в описании к видео и увидите вот такую вот страничку. Free Steam Key Grab. Получи свою копию X-Blades. Такая Лара Крофт в аниме стиле. Что здесь нужно сделать, чтобы получить игру? Нужно выполнить 3 простых задания. Присоединиться к группе Bundle Stars на Steam, подписаться на рассылку и посмотреть бандл, который они продают. Вроде все просто, давайте пробовать. Нажимаем на вопросительный знак и попадаем на страничку авторизации в Steam. Авторизуемся в Steam и можем присоединиться к группе. Нажимаем Join Group. Нажимаем кнопочку присоединиться. Есть. Готово дело. Нажимаем здесь Continue. Продолжить. Так, проверочка пройдена. Есть галка. Теперь подписываемся на рассылку. Есть галка. И последний пункт – посетить распродажу бандла. Нажимаем «Click here» и смотрим. О, вот она. Здесь они продают 8, по-моему, игр. Age Restricted Content – это значит возрастное ограничение какое-то есть. В общем, я уже посмотрел эту страницу, возвращаемся назад. Нажимаем «Continue». И вуаля, видим наш ключ. Ключ активируется, как обычно, в Steam. Вот эта текстовая строка. Копируем ее в буфер. Заходим в Steam, активировать, вставляем и получаем игру X-Blades на свой аккаунт. Всем приятной игры! Если еще не подписаны, не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних раздач. До следующих видео. Пока!